последнее время это обычное состояние контейнерных площадок в 6-м микрорайоне. На два больших многоквартирных дома всего пара баков. Конечно, этого количества не хватает. А все потому, что Каширский региональный оператор, который уполномочен следить за состоянием территории, сломанные баки увозит, а новые взамен не ставит. Естественно, вся вот эта вот, весь этот негативный запах идет в квартиры, просто невозможно. Из-за отсутствия должного количества баков мусор скапливается очень быстро. Да и вывозит его Каширский региональный оператор нерегулярно. Захламленность, резкий запах особенно остро ощущается сейчас, в летний период. Проблема эта не только в 6-м микрорайоне, а во всем Ленинском округе. Тема неоднократно поднималась в администрации муниципалитета. Она обсуждается еженедельно на штабе. Но привлечь к ответственности мусоровывозящую организацию пока не получается. Если своевременно менять контейнерные баки, сломанные на нормальные, соблюдать норму вывоза, время вывоза, организовать работу таким образом, чтобы не было перенакопления на контейнерных площадках, это все будет нормальная работа. Всего лишь нужно соблюдать действия законодательства, не более того. Игнорируют Каширский региональный оператор и предпринимателей, которые, чтобы не пользоваться придомовыми контейнерными площадками, по закону обязаны заключать с организацией собственные договоры на вывоз отходов. Какое-то время назад мы обратились к региональному оператору с просьбой создать договор на вывоз мусора. На сегодняшний день, спустя больше 3 месяцев, никакой обратной связи от регионального оператора нет, и договор с нами так никто не заключил. Поэтому мы сами утилизируем, вывозим мусор, собираем и вывозим мусор своими силами. Еще хуже дела обстоят в жилом комплексе «Май», что в деревне Горки. Здесь регоператор и вовсе не вывозит бытовые отходы. За 1,5 года существования микрорайона местной управляющей компании несколько раз приходилось самостоятельно ликвидировать мусорные завалы. Мы связывались и с руководством регионального оператора, направлялись письма в адрес регионального оператора и администрации Ленинского округа, но постоянно у нас какая-то идет, что да, мы примем меры, да, у вас в следующем месяце начнется, нам дают сроки, эти сроки ежемесячно увеличиваются, но по сути дел никаких мы не видим. Тем временем оплату за вывоз мусора с жильцов микрорайона Каширский региональный оператор продолжает взимать. Более того, массу вопросов вызывает система начисления платежей. Такая ситуация раньше была у нас в домах второй линии, когда больше года с момента РВЕ оператор не выставлял счета, но потом в течение там, следующего года они выставляли нам двойные счета. Это неудобно, потому что тарифы, как бы мы все знаем, что не самые низкие у нас, и так платеж с квартиры получается, но не маленький. А когда ты платишь двойную стоимость, это все-таки идет нагрузка на бюджет, на семейный. Жалобы на добродел не помогают. Регоператор их переводит на управляющие компании. Не хочет организация заботиться и об экологии. На многих контейнерных площадках отсутствуют специализированные баки для утилизации пластика. Жалуются люди и на чистоту площадок. Выход видят только один – менять регионального оператора. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Видное ТВ.